Рейтинг Дональда Трампа в очередной раз достиг минимума. Опрос провела оппозиционно настроенная к американскому президенту телекомпания CNN. Согласно исследованию, через полгода после избрания работу главы Белого дома одобряют лишь 38% американцев. Негативно к президентству Трампа относятся 56% опрошенных. Это на 2% ниже показателей, опубликованных 100 дней назад. Таким образом, нынешний глава Белого дома установил антирекорд в американской истории. Ранее самый низкий рейтинг одобрения на этом этапе был у Билла Клинтона. В 1993 году его поддерживали 44% граждан США.